Ребят, всем привет! Так, я сейчас включу. У нас сегодня эфир будет только здесь. Он транслироваться не будет на Ютубе, потому что ну, как-то у нас не тянет интернет, какой есть. Вот, поэтому только здесь мы с вами поболтаем. Так, и, конечно же, можно будет писать вопросы тоже вот в чате. Так, а мне, чтобы писать вопросы, наверное, давайте как сделаем. Потом я их уберу. Напишу вопросы. Эфиру. Вопросы к эфиру. Все. Я как раз в этом чате написала вопросы к эфиру, и вы мне можете задавать вопросы здесь, чтобы я не включала микрофоны. Потому что они мне по одному не включаются. Если какая-то будет какой-то комментарий, то я его озвучу. В чате есть. Так. Мы с вами хотели сделать эфир по теме отношений. Но, видимо, еще до них не созрели, потому что я абсолютно точно уверена, что как только есть запрос, то есть на этот запрос и ответы. И если сегодня просто посмотрела, у нас настолько в чате разгорелся вопрос, что такое правда, где правда, как идти, и верю, не верю, вот эти вот, да, игры разума, я бы так сказала. Поэтому я думаю, наверное, на сегодняшний день это остается у нас одним из самых актуальных вопросов. Что такое верю, что такое не верю. Я не знаю, кто-то обратил внимание или нет, но Алена в предложении сказала, написала такую фразу, что мне кажется, если бы вы ее внимательно прочитали, то вопросов бы у вас больше никаких, никому не возникало. Она написала буквально два слова, то есть это... Как раз она написала, там были верю, не верю, когда кто отрастил зубы, кто на автономии, кто не на автономии, какой путь правильный, какой путь неправильный. Вот. И на самом деле очень простые, я абсолютно согласна с Аленой, и я уже не раз об этом говорила в разных ракурсах. Но почему-то меня не могут многие услышать, про что я говорю. И когда она написала эту фразу, я думаю, ну все, сейчас под этой фразой будут просто лайки, огонь там. Там, что молодец, Алена, да, мы про это и говорим. И я просто увидела, что в чате на ее комментарий даже никто не отреагировал. И это, наверное, для меня так удивительно, потому что это настолько верно. И когда мы как раз шло обсуждение в чате, что верю, не верю, вот одна говорит это, а где доказательства? И так далее. Тогда она написала такую фразу, я не помню дословно, я ее потом не смогла найти, то есть я ждала, пока будут там какие-то ответные реакции на это. И как-то я ее упустила, эту фразу, не смогла больше найти. Она просто элементарно сказала, что мы не верим, как бы кто не верит во что-либо, у того просто мозг не подготовлен к этой информации. И это действительно так. То есть, если... Потом зашел разговор об элементарных вещах, что, но вы же, как бы, чтобы мне сказать, что я там ходил в туалет, мне что нужно будет
скинуть доказательства, что да, это я ходил в туалет. Да, записываю. Что я ходил в туалет, вот мое доказательство. И там начались тогда обсуждения. Нет, ну про это зачем? Это не нужно, так вот это вот доказательство. Мы же не об этом говорим. А не нужно-то элементарно, не нужно, потому что вы знаете, что вы так можете. Вы знаете, что это для вашего мировосприятия это норма. Вот и все. А в то, что вы не верите, это не потому, что этого не существует, а потому что, да, такое. А потому что ваш мир не допускает это в свой мир. То есть он не понимает, как можно логически к этому прийти, чтобы было вот такое понимание. И если мы все знаем, да, что многие, скажем так, давайте не про всех, потому что про всех я сказать не могу. Если мы многие знаем, что, например, это для кого-то норма сходить в туалет, что в туалет ходят некоторые каждый день. Я почему говорю некоторые? Потому что есть люди, которые в туалет не ходят очень длительное время. Например, такие люди, которые не кушают. А когда мы говорим, что отрастают новые зубы, и начинается вот это вот дикое сопротивление, а покажите, а где доказательства, а что вы там снимете на камеру, вот у всех есть телефоны, надо было снять. Ребят, как вы это представляете? Если в вашем мире этого нет, то как бы вы это, какие бы доказательства вам не приносили, для вас это будет абсолютно бесполезно. Абсолютно бесполезно, это могу абсолютно точно сказать, что, вот смотрите, вот, например, у меня будет, у меня нет сейчас смены зубов. У меня будет смена зубов. Как вы видите, чтобы я вам это передала? Если я сделаю фотографию, вы скажете, это монтаж, если вы в это не верите. Если я буду делать видео, вы скажете, это монтаж, потому что вы в это не верите. Если я приглашу своего стоматолога, который вам покажет, расскажет какие-либо, приведет медицинские факты, что да, это действительно так есть, как она говорит, потому что то-то, то-то, то-то. Вы скажете, это подкупленный врач, потому что в вашем мире этого нет. Как вы это не можете понять? Пока вы не допустите в свой мир такие глобальные для вас изменения, в вашем мире этого не произойдет. И если вы что-либо не допускаете просто потому, что это может быть, а может не быть, вам не нужно в это верить. Вам даже не всегда нужно что-либо проверять на себе. Зачем? Но если вы в свой мир по каким-то причинам не допускаете что-либо, просто потому что это есть, как бы вы можете не верить, просто как бы, ну, кто-то сказал, видимо, в его мире есть, вот в его мире это есть. И пока вы не расширите свои границы, о какой автономии вы говорите? Но я уже, наверное, не раз говорила, автономия – это не про голод, автономия – это не про убирание еды, пищи и еще кем-то. Я абсолютно уверена, что мы придем к автономии максимальное количество людей, потому что это несложно. Ребят, поверьте, это несложно. Сложно, я уже не раз говорила, что на ней закрепиться. Мы не умеем жить на автономии, мы не умеем мыслить автономными какими-то глобальными какими-то масштабами, проекциями. У нас настолько скудное маленькое сознание, вот 15 сантиметров от уха до уха, больше мы вообще ничего не видим. Это настолько мы себя ограничили, и нам очень удобно жить в этих ограничениях, потому что, смотрите, когда мы живем в маленькой какой-нибудь студии, да, нам очень удобно в ней прибираться, нам удобно в ней расставить какие-то вещи, чтобы их находить, потому что там маленькое пространство. А если мы будем жить в замке, как в нем там прибраться, как вытереть пыль, если вы там одни, да? И все время в маленьком в чем-то это удобнее, это проще, это зона комфорта.
И то же самое с нашим осознанием происходит. И вот как раз автономия – это про то, что когда у тебя стираются эти рамки, стираются критерии норма, не норма, стираются критерии правда, неправда. Это просто есть в вашем мире. Вы готовы абсолютно стереть эти границы и готовы выровняться со всем миром. Весь мир – это и есть вы. Вас, во мне есть плохие и хорошие клетки. Вот если таким вот языком говорить, да? Они во мне есть, и я их принимаю. Они просто есть. И я делаю определенные действия, чтобы максимально каждая из них делала свою функцию. То есть, чтобы хорошая клеточка, она вырабатывала вот это. Плохая клетка, она отвечала за какие-то... Ну, как, что такое плохая клетка? Вот в понимании нашего организма. Это та клетка, которая слабенькая, больная, да, и которая в первую очередь будет реагировать на какие-то внешние факторы. На инфекции какие-то, на изменение погоды, на еще что-то. И она тоже делает свою невероятную волшебную часть для нас. Она нам выдает, так как она не может справиться, например, с каким-то вирусом, она нам дает какой-то чих, какие-то слезы, какую-то реакцию на то, что нам нужно вытащить это из нашего организма. И только когда мы это понимаем, мы начинаем понимать, что нет хорошего или плохого. Потому что из каждого хорошего всегда следует плохое. Из каждого плохого всегда следует что-то хорошее. Неважно, в каких объемах это и в каких критериях мы говорим. Это всегда единое. И когда мы перестаем делать эти границы, эти рамки, устанавливать хорошее, плохое, может быть, не может быть, когда мы просто говорим о том, что это есть, возможно, в моей жизни пока этого нет, я не проверила это на себе, но в моем мире есть тот человек со своим миром, и в его мире это есть, и это факт. И когда мы научимся так достаточно просто к этому относиться, то, наверное, мы уже ближе подойдем к тому, что мы есть. Когда мы начинаем себя воспринимать безоценочно, хорошая, плохая, красивая, некрасивая, худая, толстая, здоровая, нездоровая, не знаю, там, кучерявая, прямоволосая, вот без каких-то вот этих вот ярлычков, которые нас, каждый ярлычок, он тянет за собой еще ярлычок. И когда мы перестаем себя вот по этим ярлычкам оценивать, тогда мы потихонечку перестаем оценивать окружающую нас реальность по ярлычкам. Когда мы перестаем оценивать окружающую нас по вот этим ярлычкам, мы начинаем сравниваться с той реальностью, которая есть. Безоценочное втекает в безоценочное. Мир нас, погода нас никогда не оценивает, хороший или плохой. Вы когда-нибудь видели такое, что вот, например, идет дождь, ливень, все идут под ливнем, а один человек, вот он стоит, и на него светит солнышко. Потому что дождь, погода, я не знаю, природа и все остальное сказали, как бы вот, это, вот я оцениваю, что вот этот человек по таким-то критериям, он хороший. Я его сегодня поливать дождем не буду. Этого же нет. Потому что у природы нет плохой погоды. В нашем мире нет хорошо и плохо. И когда вы переходите этот порог, вы тогда начинаете единяться со всей природой, со всем миром, со всем тем, что есть. Потому что все, что есть вокруг нас, это абсолютно безоценочно. Это просто есть. Это не хорошо и не плохо, это просто есть. И когда мы это начинаем осознать, не просто понимать, не просто принимать, то есть сначала у нас идет понимание, да, потом идет у нас принятие, а когда у нас идет осознание, тогда оно уже идет на другом уровне, тогда мы просто уже так, все, и это с нами случилось. Правда общая у всех одна, или у каждого своя, как отличить правду и мораль, сложившиеся ограничения, убеждения.
Ну вот, Мариша, это как раз про то, что я говорю. Знаете, есть такой анекдот. Хотите правду? Нет, у меня своя. Не-не-не, к нам со своей нельзя. Вот это вот про это же. То есть нет такого правда или ложь. Смотрите, для меня, например, я говорю, у меня кудрявые волосы. И для меня, и для некоторых людей это правда. Они понимают, что это правда, это кудрявые волосы. А приходит другой человек, и у него вот эти вот волосы, они прям вот, знаете, вот такие вот мелкие-мелкие спиральки. Он говорит, это разве кудрявые? Это вьющиеся. Это как бы, ну, просто вьющиеся. Вот кудрявый у меня. И это что получается? Я наврала тому человеку, сказав, что у меня кудрявые волосы. Или мы не определили какие-то критерии, не повешали друг на друга ярлычки. То есть мы уже оцениваем, когда мы спрашиваем, правда это или ложь, мы уже оценочно подходим к какому-то вопросу, уже изначально. Когда мы подходим оценочно к какому-либо вопросу, то это уже говорит о том, что мы зашли обратно в пределы ума. Пределы ума это очень хорошо, это наша безопасность нашего физического тела. Потому что когда мы выходим за пределы ума, тогда у нас постепенно растворяется вот эта вот безопасность физического тела. Потому что мы четко понимаем, что я не есть тело, тело не есть я. Когда у нас нет этой важности, то у нас идет регенерация каждой клеточки. Да, Светуль, поставила я на запись. То у нас идет регенерация каждой клеточки безусловная. И в четверг у нас будет на Зуме как раз эфир, и я чуть-чуть, самую маленькую капельку, я загляну, покажу вам, ну, как бы немножечко расскажу, что бессмертие – это как бы не из книжек, не из фантастики, не из сказок. Это действительно есть, это уже этим занимаются ученые много-много лет, и некоторые ученые по определенным причинам ушли из нашей жизни, да, потому что не давали такую информацию не той массе, которая она нужна. То есть ее все равно как-то пытаются ограничить, потому что очень четко идет ограничение, как бы чтобы, ну, представляете, да, если бы мы все были бессмертными. Вот, то есть идет очень четкий контроль, как бы, кому можно, кому нет. Я бы, наверное, так сказала, это очень грубо, но я сейчас не буду углубляться в эту тему, я ее сейчас пока только изучаю, но я очень изучаю ее и слушая свое тело, как оно реагирует на определенные какие-то моменты, я очень четко понимаю, что бессмертие это абсолютно реальный процесс нашего организма, а даже на этом физическом теле, потому что оно достаточно износостойкое, да, я бы так сказала. И заглядывая немножечко вперед, я как бы так вот пока... Я еще эту тему не могу в полной мере озвучить, потому что она мне не совсем сформировалась. Но я абсолютно четко могу сказать, что на сегодняшний день мы создаем такие ретриты, то есть ретриты, которые я провожу, они есть, они будут, сейчас я не собираюсь их останавливать, но будут еще такие ретриты, где будет несколько ступеней подготовительных к определенному клубу, и будет вот этот вот клуб бессмертия, там будут тоже определенные люди, конечно же, там будут не все, далеко не все. И, может быть, для кого-то это неприятно, но там будут избранные только те, которые действительно готовы туда идти. Потому что как бы мы ни говорили, как бы кто ни говорил, что там я хочу прийти в автономию, я хочу в это, я хочу в то, но когда мы не слышим и не видим таких элементарных вещей, которые я все время стараюсь как-то рассказать вот самым-самым простым языком, чтобы было максимально это понятно. Может быть, у меня не всегда выходит это, но я очень четко вижу, наверное, в 90%
людей, что чаще всего мы можем это говорить, но когда касаемо каких-то процессов делания, то нам проще этого не делать. Мы не готовы начинать себя переводить на другой уровень, потому что для нас это тяжело физически, для нас это тяжело морально, и нам проще отступиться и сказать, что не, это как бы я не туда, я не про это. И ну, как-то проще откреститься от этого, чем пойти в это направление, потому что оно действительно, когда мы говорим, да, когда говорят некоторые, там, еще раз повторюсь, о каких-то бабочках, что вот мне так легко на вот этих днях, это легко до определенного срока. Потом, когда увеличивается срок, начинают происходить процессы в теле, и не каждый с ними справляется, не каждый готов справиться, но именно для этого я сделала вот этот, веду эфиры, именно для этого я сделала клуб «Школа автономии» в Телеграм, чтобы мы все больше и больше подготавливались в свое сознание, чтобы случилась эта автономия. Потому что автономию, когда мы говорим, что можно раскачать, это не так, ребят. Автономия случается. И про раскачку мы как раз говорим, когда я говорю про раскачку, я имею в виду, что не том, что там я вот 40 дней пробыл на сухих днях, там сейчас 60 дней, и я такой раз и стал автономом, потому что я вот заходил несколько раз. Нет, я как раз говорю про то, что на сухих днях, когда мы убираем еду и жидкость, у нас приходит осознание. Приходят они у всех по-разному. То есть я была достаточно трудно пробиваемым человеком вот в этом смысле. Я проходила, уже говорила, несколько раз, это у меня четвертый заход в эти состояния. И несколько раз, даже после 4 месяцев без еды и жидкости, меня выстегивало, потому что я не готова была к определенным вещам, потому что случаются такие вещи, которые нужно не только физически их преодолеть, но и психологически. И когда мы убираем воду и жидкость, тогда у нас начинается восприятие иное. И вот этим мы подготавливаем себя, чтобы случилась автономия. Мы как бы самому себе говорим, что да, я готов идти вот в этот процесс, вот в этот и вот в этот. Но могу абсолютно четко сказать, что если кто-то практикует сколько-нибудь дней, вы все равно попали на крючок, вы пойдете дальше. Но еще раз повторюсь, чем больше вы будете открывать свои, раздвигать свои рамки и свои границы, тем проще будет вам воспринимать те вещи, которые для вас в вашем мире кажутся, что этого не бывает. Просто не поверьте, не примите, а просто впустите те вещи в свой мир, что есть такие вещи, о которых вы даже не предполагали, которые с вами могут случиться, когда вы перейдете на автономию. И это действительно так. Так, как отличить правду? Так, Мариш, я на этот вопрос, наверное, ответила. Еще хорошая тема про вес и как он регулируется без еды, от чего растет или падает, и как с этим быть. Да, мы эту тему поднимали на ретрите по поводу веса, как его отрегулировать, да. И я, наверное, в двух словах просто сейчас скажу, что вес он идет не от еды. И когда мы еду то вводим, то у нас она есть какие-то периоды на каскадных сухих, на когда мы чередуем вот эти вот, кто как называет, дни без еды, там, сухие дни, автономные дни, неважно. Когда у нас есть в нашей жизни еда, как правило, наверное, в 70% у нас идет потеря веса. И от нее никуда не деться, потому что еда, она наоборот как бы запускает те процессы, которые пытаются перестроиться на другой механизм. Вот. Но есть другие люди, которые, например, не худеют, они не теряют массу. Это те люди, для которых важность на свой физический аватар от слова совсем отсутствует. Даже если они пытаются искусственно сказать себе, нет, для меня это важно по таким-то причинам,
либо неважно, либо собака зарыта в другом. И это тоже можно разобрать, потому что каждая грамулька нашего веса в любую сторону, это всегда наша проработка, до которой нам нужно дорваться, почему мы вот это вот, почему мы находимся именно в таком телосложении, именно на этот этап, на этом этапе своей жизни. Это не просто так, это вообще не про еду, это именно про те осознания, которые находятся в вас. Да, мы очень много разбирали Машу как раз на ретрите. Я думаю, что если до нее вот эти вот вещи дойдут, то она придет именно в то тело, которое ей красиво, которое ей хочется. И точно так же мы и про Марину разбирали, и почему ей тоже хочется быть на сегодняшний день в этом теле. Вот. Возможно, просто некоторые вещи, которые мы не готовы принять, они у нас очень быстро забываются. В течение буквально нескольких минут, нескольких часов у нас некоторые вещи прямо выстегиваются. Вот. И это нормально, чтобы мы не делали акцент на каких-либо этапах, те, которые нам на сегодняшний день, нашей голове, нашему телу, нашему миру не хочется прорабатывать, потому что на этом этапе у него нет на это сил по каким-то причинам. И поэтому у него есть такое, что как бы сказали, у тебя вроде такое, о, точно, а потом раз и забылось, как будто бы про это и не говорили, как будто бы этого и не было. Такое тоже может быть. И такое бывает очень часто. Так. Да, и еще, ребят, я вам как раз начала говорить про бессмертие, конечно же, я ушла в другую сторону. Я вам могу сказать, что когда идет чувствование своего организма, когда вы ловите вот эти вот все, когда вы можете поймать, что происходит внутри вас, то есть еще такое, если на простой язык говорить, да, то смотрите, в нашем теле, естественно, как мы все уже об этом знаем, очень-очень много клеточек. Мы все состоим из клеточек. Вот. И вот это вот межклеточное пространство, когда мы находимся, чем больше мы облегчаем свое тело, облегчаем ее от еды и от жидкости, то между нашими клеточками, как будто вот это вот межклеточное пространство, оно очищается, и наши клеточки, они могут таким образным языком сказать, они могут общаться между собой. И так как мы все прекрасно знаем, что у нас происходит всегда регенерация наших клеток, мы можем это отследить. У нас очень, очень хорошая регенерация печени идет. Да? Это наш один такой основной фильтр, который нам позволяет делать огромную работу в нашем организме. Вот. Тишенька, потише, пожалуйста. Хорошо? Когда чем больше идет облегчение нашего аватара, чем больше мы находимся в днях без жидкости и без еды, чем больше вот это вот межклеточное пространство начинает единение этих клеток, тем больше у них есть, идет передача от друг друга. И тем быстрее получается у нас регенерация наших клеток, которая запускается. И это как раз одна из составляющих бессмертия нашего физического тела. Вот. Я пока вам больше раскрыть не могу, потому что я еще в изучении этого процесса. Просто примите, что это возможно, просто примите, что это есть. Если вы начнете это на себе проверять, будет здорово. И об этой информации, конечно же, я в открытых эфирах только, может быть, чуть-чуть дам информации. И это будет не для всех, потому что, ну, это не та информация, которую нужно вот так вот вываливать, да, вот возьмите, посмотрите, вот она вот такая вот. Не все к ней готовы, не все ее воспринимают
так как ну, себе на пользу, я бы так сказала, да? Потому что когда у нас есть информация, которую мы хотели бы узнать, но по каким-то причинам не можем себе принять, у нас идет отрицание. А когда у нас идет отрицание, мы на бессознательном уровне пытаемся доказать, что это не так. И когда мы на бессознательном уровне пытаемся себе доказать, что нет бессмертия, то значит, что у нас запускается? У нас запускается процесс смерти в нашем организме. Вот. И это тоже очень важно. Вот. Но я постараюсь чуть-чуть побольше раскрыть в четверг. Вот. И, ребят, я смотрю, здесь не написаны, больше нет вопросов. Если у кого-то есть вопросы, то я, по-моему, сейчас могу увидеть. И вы можете поднять руку, кто хочет спросить какой-то вопрос. То есть про правду и неправду, я думаю, что это коротенько, но дала основную информацию, которую можно будет поразмышлять. Не вижу смысла растягивать это в километровые лекции. Вот. И, конечно же, в закрытом клубе я все-таки хочу, я уже давно-давно думала, делать эту лекцию или нет. И она такая компрометирующая, потому что очень много тех людей, которые очень строго либо за, либо против этого. Она будет касаться просветления, пробуждения и материального вопроса, денежного аспекта. Вот. И я бы, конечно, хотела раскрыть свое видение, как я это вижу и почему я так это вижу. Вот. Поэтому в открытом доступе, конечно же, этой лекции я не дам, так как ее все, ну, многие будут воспринимать не в том контексте, кто не знает, кто мало знает моей подачи, то, возможно, ее примут не совсем так, и мне бы все-таки хотелось, чтобы ее пусть знают хотя бы вот минимальное количество людей, и все-таки те люди, которые идут в клуб, они уже более подготовлены к этой теме. Вот так бы я сказала. Вот, ребят, если есть вопросы, то поднимайте руку. Светлана, добрый вечер. Почему наступает слабость на длительных чистых? У меня 7-го дня слабость. Была 24 дня. Ну, ребят, я эту тему уже говорила, ну, очень-очень много раз. И вот прямо в двух словах, потому что есть даже отдельный эфир. И в клубе мы на эту тему прям, я целый часовой эфир, по-моему, давала на тему слабости. Скажу только в двух словах. У нас есть... Энергия есть внутренняя, есть внешняя. Внутреннюю энергию мы, как правило, не чувствуем, мы не чувствительны к своему телу. Что такое внутренняя энергия? Вот вы, например, когда сидите, ходите, еще что-то, вы не чувствуете, насколько у вас энергично начинают работать какие-то внутренние органы. Вы их можете чувствовать только тогда, когда они начинают болеть, к сожалению. Но вот мы сидим, мы же не чувствуем, что там, как наша печень, что она, например, там говорит: о, я сегодня такая вся на движе, сейчас буду эту кровь гонять, чистить, я прям сегодня вау. А завтра она такая: фу, что-то у меня вообще так ничего не охота, у меня такая лень наступает. Мы не чувствуем это, мы не ощущаем этих процессов. И у нас есть поэтому внутренняя энергия и есть внешняя. Внешнюю энергию мы всегда ощущаем, мы всегда как раз ее ощущаем через эмоции. Вот. И когда у нас идет очищение внутренних процессов на сухих днях, и нашей внутренней энергии не хватает на очистительную систему, то внешняя энергия, она идет туда на помощь. И поэтому, когда у вас наступает слабость внешняя, вы должны радоваться. Это говорит о том, что у вас запустилась чистка ваших внутренних органов, которые готовы идти на какой-то еще на один очередной шажочек к исцелению чего-либо, к регенерации каких-то клеточек, к очищению тех процессов, которые как бы манифицируют каждый орган, особенно почки. Почему почки мы чувствуем в первую очередь на сухих днях? И мы об этом тоже я рассказывала, как раз почки сухие дни. Мне очень легко заходит информация, сопротивления нет, но пока реализация идет с трудом, видимо, пока рано. Ничего, Ирина, она постепенно тебя догонит, не переживай. Самое главное, что если нет сопротивления, значит,
значит, это уже достаточно такой большой глобальный шаг к самому себе. Вот. Благодарю. Вот. Потому что многие, у меня тоже есть такая информация, которой я просто понимаю, что она есть, эта информация. И, например, я там встречалась с людьми, которые мне говорили вот, какие-то вещи, которые в моем мире, то есть сейчас я на каком-то этапе, когда я встречалась с определенными людьми, для меня это был шок, когда они что-то говорили. То есть я, ну как так, ну не бывает, ну вот, а где доказательства? Потом оно постепенно, вот это вот прошло, и когда я смирилась с этим, когда я приняла, что это просто есть в моей жизни, и это нормально, то тогда в моей жизни начали все больше и больше появляться этих людей. И сейчас, когда у меня идет уже принятие абсолютно на другом уровне, именно в другой плотности, ко мне поступает такая информация, которая, если бы там, не знаю, там полгода назад, если бы я это услышала, я бы сказала, ну все, понятно. Сказок начитались там, фильмов насмотрелись, все, это уже все, это труба, лучше туда не ходить, там засасывает. Вот, поэтому с каждым принятием себя, с каждым раскрытием себя, с каждым единением с той плотностью, в которой вы есть, вам приходит все больше и больше информации, которая уникальна, я бы, наверное, так сказала. Да, я открыла микрофончик МММ и слушаю. Вам нужно включить свой микрофон, потому что руку подняли, не знаю, специально или нечаянно. Вот, я не знаю, как зовут, просто МММ. Так, МММ, видимо, нечаянно. Так, Лена Л. тоже включила микрофончик. Лен, говори. В Телеграме микрофоны включаются немножечко по-другому. Нужно как бы потихонечку его включить и убрать пальчик. И нужно смотреть, если он зелененьким загорелся, то он... Да, вот все, говори. Большое спасибо, Светлана. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Большое спасибо, что ты делишься. Спасибо тебе за ответ со слабостью. Вот, я уже как 2-3 года экспериментирую. Захожу на сухие, выхожу на сухие. И один раз ты говорила, когда вот сделает, я не помню, в каком видео я видела, ты говорила про какой-то, ну как клик, можно сказать, или какой-то квантовый скачок. Я его где-то и ощущаю, и не ощущаю. Он то приходит, то уходит. Я вот иногда захожу, мне так хорошо на сухих, так легко, и потом бац, меня ум выбрасывает, и я хочу кушать, у меня слабость. Я вообще себя не могу как бы не отождествить ничего. Вот как вот остаться в этой, вот просто войти в полностью доверие и просто идти дальше, несмотря ни на что, ни на слабости, ни на эмоции. Вот подскажи, пожалуйста, такой нюанс. Ну, во-первых, могу сказать однозначно, чем больше у вас идет сопротивление, тем больше вас будет откидывать. То есть если вы... углубляетесь вот в это состояние, и вам от него хорошо в углублении, то идете дальше еще какой-то период. Если вы чувствуете, что вас просто действительно начинает выбрасывать, не сопротивляйтесь, потому что еда – это тоже следующий ваш шаг. Нет срывов. Это глупое абсолютно высказывание, которое я даже не знаю, кто придумал. Это то состояние, вот вы представляете, вы всю жизнь кушали. Вы всю жизнь, максимум своего времени, постоянно жили на еде. И тут вы начинаете практиковать жизнь вне еды. У вас начинает по-другому начинает воспринимать все образы голова. Ваше тело начинает функционировать по-другому. И естественно, что оно просит потом через какой-то период времени, у каждого он свой, у кого-то 2 дня, у кого-то 22 дня, неважно. Он просит выйти обратно на еду. И если вы будете воспринимать, что это не просто какой-то срыв, да, вот как это безумное слово, а если вы будете воспринимать, что это следующее ваше состояние, чтобы прийти
прийти к тому, чтобы покушать, чтобы осознать, что с вами происходило вне еды, то это будут абсолютно другие процессы. Почему у нас идут срывы на большое количество еды? Потому что мы идем из одних ограничений в другие ограничения. Когда мы себе ограничиваем, сначала мы говорим себе, я не буду есть, а потом говорим, ну сегодня можно. И если сегодня можно, вот мы начинаем все, что не приколочено, начинаем точить. Это не про то, это ограничение. А когда мы начинаем думать, что все, у меня там, неважно, голова, тело, вот хоть как назовите, хочет еды, выходите, если вы будете понимать, что это следующий процесс вашего становления себя, тогда о каких зажорах может говорить, идти речь, вы тогда будете четко понимать, что да, я сейчас, пока я буду кушать, я буду осознавать, и что со мной происходило, пока я не ела. Ведь это состояние для меня новое. И когда вы будете очень четко и очень плавно подходить к себе, то эти процессы у вас будут все легче и легче проходить. И вы начнете познавать себя. Благодарю большое, Светлана. Хорошего вечера. Спасибо. Ребят, еще кто-то хочет сказать? Спросить? Если нет, тогда я эфир не буду затягивать. Завтра, ребят, у нас в закрытом клубе будет эфир про что такое пробуждение. У нас любят это слово, да? Что пробуждение и как финансовая сторона на это влияет. Вот. А в четверг будет тема про бессмертие. Это будет на Автополстаре и в Зуме. Вот, ссылочку я тоже скину, и присоединяйтесь. Все, я всех обнимаю, всем спасибо за ваши вопросы, огромная благодарность в чатах, что вы делитесь своими какими-то высказываниями, своими наработками, это очень-очень важно для каждого из нас. И прошу вас, ребят, не обижайтесь, потому что я говорю это постоянно, если кто-то сбрасывает, даже самые интересные ролики, которые есть в интернете, я за это удаляю вас вместе с роликами. И вы не можете вновь присоединиться уже. Вы заблокированы у меня, вы даже мне написать не можете. А почему я удаляю? Потому что я хочу, чтобы наш чат был максимально чистым. Мне не важно, сколько там человек. Положи пока. У меня эфир, положи, мы сейчас будем разговаривать. А мне не важно, сколько там будет человек. Там может быть 5 человек, но это будут те люди, которые будут, чей опыт будет настолько интересен, что, читая этот чат, будешь прямо погружаться в эти состояния. И это клево. Поэтому, когда вы какие-то очень умные ролики, очень позитивные ролики, очень какие-то, не знаю, там, которые приводят там к чему-то еще, скидывайте, я удаляю, и вы уже не можете даже мне написать. У меня нет такой функции, что удалить только из чата. Есть такая функция, что заблокировать пользователя. И вы мне даже не можете написать уже даже по каким-то причинам, потому что вот что-то там получилось вот такое, что вы не ожидали. Поэтому я повторяю это всегда и всегда и всегда. Ребят, только свой опыт, он бесценен. Больше все остальное мы можем посмотреть на Ютубе, в других чатах, еще где-то. А ваш опыт – это то золото, которого не купишь, которого нет. Это те моменты, те ваши осознания, те ваши чувствования, которые можете дать только вы. Никто другой мне их передать не сможет. Никому другому мы передать не сможем. Каждый может передать только свой опыт. Все остальное – это все ерунда. Благодарю за понимание. И я очень-очень рада, что вы со мной. Все, всем спасибо, всем пока.